с 25 и по 30 декабря и в новый 2021 год 3, 4, 5, 6, 8 января Чувашский академический драматический театр имени Константина Васильевича Иванова приглашает в волшебный мир сказки Андрей Стрелок и Марья Голубка. Много сказок вы видели и слышали, но уверяю вас, что эту удивительную сказку вы увидите в первый раз. На то она и сказка, чтобы случались в ней самые чудесные и удивительные превращения. Чудеса случаются. Прекрасная игра артистов, очаровательно-сказочные декорации заслуженного художника Чувашской Республики Валентина Федорова, специально созданная музыка Алины Гарифуллиной сделали сказку действительно волшебной, а сказочные герои надолго запомнятся юным зрителям. Будет интересно и малышам, и детям старшего возраста. Режиссер спектакля – заслуженная артистка Чувашской Республики Наталья Сергеева.